А, нет, этот пак я не видел. О! О, вот это сектопод, я понял. Ни хренашеньки. Они пошли в обход. Да стоять, я с тобой... Вижу противника. Тихо, тихо, тихо. Overwatch, хорошо. Вот это махина, я понимаю. Вот это, блин, махина. И снайпер, как назло, у меня в другом месте. Что-то мне перехотело сейчас захватывать мутона, если честно. Что-то мне не нравится. Да ладно, справишься. Какие проблемы вообще? Берешь и работаешь. А, ты не видишь сектопода? Ну как же тут увидишь сектопода, да? Ну где он тут вообще? Найди сектопода на скриншоте. Конечно, вижена нет. Вот дрона маленького вижу, вон он летает. Бз-бз. А где сектопод? Кто такой сектопод? Не знаю никаких сектоподов. Ну нет его, ну реально, ну посмотрите, ну где он? Ну нереально его увидеть снайпером, просто нереально. Как вообще? Как ты его не видишь? Ладно, я убью тебя, сектопод. А если не убью, ты убьешь меня. Договорились. Захватываю мутона. Слушайте, я смогу халявный выстрел сначала, а потом по мутону захватить? Давай не будешь лучше. Ой, нельзя уже использовать. Это неловко вышло. Скотина. Мне нужен этот мутон. Да нет. Так, кто круче? Один штурмовик или один сектопод? Там Overwatch. Что-то мне не хочется сейчас. Знаете, вообще что-то не хочется. Я могу свалить, но если я свалю, во-первых, я могу подставить снайпера, который рядышком. То есть, не дай бог, он увидит. Надо ему давать целей. А с молниеносным у меня никого нет. Я думаю, на РФК надо сейчас пробегать просто каким-нибудь плотным этим хэвиком вот сюда вот. Бегу! Шанс попадания невысокий, плюс у него дофига ХП. Давай, стреляй, гад. Противник дошел с фланга. И это был не крит. И это был не крит. У него там 30 хитов. Здесь полуукрытие, и там меня будут бить, если я выйду. Короче, надо подставлять ему вторую цель. Дымить, возможно, с саппортом. Слушаюсь. Просто двойной выстрел, к сожалению.
Твою ж. Иду. Я попал. Ладно, держимся, пацаны. Мимо! Или это типа заряд на ходу? Да, это заряд. Следующий ход, там будет жопа. Из этого он видит, сектопода по-прежнему не видит. Изим. Одеваем. Раз. Ё-моё, что за урон? Два, три. Нужны боеприпасы. Да изи, сейчас у нас штурмаж второй. Выполняю. Четыре. Боезапас почти на нуле. Я уже в пути. Попади и убей. Не, погоди. Снайпер с пистолетом может теоретически облететь и попасть. Оп! На-на! Так, а если вспышку? О, вспышка 50-50! На! Блин, по хиту просто, по хиту! А, есть, будет ли вижен у снайпа? Вот отсюда может быть вижен у снайпа. Чисто в теории. Еще хит. Господи, это охота на мамонта какая-то. Давай.